Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы продолжаем играть в игру Doom 3. Вот. Я до сих пор переживаю, что я не смог взять BFG 9000, потому что она у нас в прошлой... Нет, в позапрошлой серии, насколько я помню, была вот перед глазами. И я просто тупо не смог найти код от двери в эту комнату, где лежала эта пушка. Вот. Ну а мы остановились вот здесь. Выбрались откуда-то там вот сверху. И, наверное, нам вот сюда. Давайте сразу сохранюсь. Слава богу, игра не вылетела. А почему меня это самое не пускает? А в смысле, а мне куда? Может быть, здесь какая-то дверь есть? Здесь двери нет. А что, в смысле? А, мне сюда, что ли? В натуре. Так. Опять там вот эти вот... Где там ракетница? Потому что с ракетницей я вот этого гада только убил. В прошлый раз. Не понял, где. Вот ты где, Галина. Все, да? Свет отключили, гады. Зачем? Или это я... Тихо, 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 подожди. Так, лампа. Куда ты светишь? Да, новые противники, кстати. Сам. Не понял. Так, а ты кто? Так. Лё, а ты кто стоишь такой, а? Добро пожаловать в сектор анабиозных камер комплекса. В этой лаборатории содержатся и изучаются существа из иных измерений, обнаруженные при испытаниях телепортатора, производившихся на третьем уровне комплекса Дельта. Добытые экземпляры, похоже, являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью к высоким температурам. Кожная ткань существ чрезвычайно устойчива к трению и разрезу, что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения. Эти существа обладают невероятной силой и ловкостью. Некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять ими. Каким образом существа порождают эти сгустки, неизвестно. Существует мнение, что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры. Трагическая судьба первых экспедиций сквозь портал подтверждает это. За поимку этих существ нам пришлось заплатить множеством человеческих жизней, и мы надеемся создать полную генетическую карту подопытных экземпляров. Это поможет нам ответить на многие вопросы. Вот так вот, короче. Да уж. Да изучались. Вон что натворили. Не понял. Сектор анабиозных камер комплекса Дельта. В этой лаборатории содержатся и изучаются существа... Ты зачем меня пугаешь? Ты что, хочешь, чтобы я тебя убил, расстрелял плазмой своей, а? Добытые экземпляры, похоже, являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью. Экземпляр 197, образец в камере, отображение генома, дата анабиоза.
Эти существа обладают невероятной силой и ловкостью. Ну-ка. Некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять ими. А, да ладно, я не хочу его слушать. Давайте куда-нибудь. Ля. Глиста какая-то. Этот перевернутый. А, смотрите, ревенант. Слушайте, давайте я, короче, всех их соберу. Покемонов. Этих. Блин, они так стрёмно стоять рядом с ними вообще. Так, сейчас, ну-ка. Личные данные. Вот, почта. Вот, научный архив. Да, давайте мы сейчас почитаем про местный бестиарий, короче. Так, душекуб мы читали. Научный архив. Экземпляр 197. Бес. Длинные мускулистые конечности этого гуманоида придают ему исключительную подвижность. Благодаря длинным и острым когтям он может карабкаться по крутым поверхностям, а расположение 10 глаз дает широкое поле обзора и позволяет хорошо видеть даже в плохо освещенных помещениях. Научный архив 27 без частично. Левое предплечье экземпляра ампутировано для биологического исследования. Исследователи сейчас пытаются выяснить, как эти существа могут создавать и кидать руками сгустки плазмы. Так, экземпляр 218. Ревенант. Эндоскелет этого существа просвечивает сквозь полупрозрачную, почти нематериальную кожу. Несмотря на отсутствие видимых мускулов, это создание способно бить на близком расстоянии с неимоверной силой. Две пушки, установленные у него на плечах, контролируются нервной системой существа и позволяют ему пускать самонаводящиеся ракеты. Научный архив, экземпляр 31, барон Ада, частично. Масса головного мозга этого экземпляра двуногого прямоходящего указывает на то, что он является одним из самых крупных обитателей своего ареала. Побеждающий свою жертву грубой силой, барон Ада – один из самых жестоких хищников, известных нашим исследователям. Как и бесы, эти существа способны бросать на большие расстояния сгустки плазмы. Вот, по-моему, барона Ада я пока еще не видел. А может быть, видел, а может быть, не видел. Не помню. Так, экземпляр 42, зомби, частично. Это существо способно функционировать без сколько-нибудь заметной активности головного мозга. И практически не обладает инстинктом самосохранения. Несмотря на медлительность, эти существа агрессивны и упорны. Это вот здесь вот барон надо, нифига себе. Ну да, вон черепуха и спина. Найди другой путь на второй этаж. Ладно. Тихо. F5. Кто кричит? Ремонтный люк. А кто кричал-то? Я не понял. Так, давайте сейчас загрузимся.
сейчас загрузимся. И посмотрим. А чё, кого открыть-то, я не понимаю. Там мужика спасти надо. Так, подождите. Там же кто-то назвал, да? Ясно. Ай-яй-яй! То есть мы тут типа все равно не успели бы. Мужик, прости, я не успел. Джейк... Кто? Джейк Стимонс. Аудиозаписи нет? Томас Фрэнкс. Складские шкафы. Джейкоб, мы недавно изменили код на замке складского шкафа возле станции управления анабиозным конвейером на 371. Не забудьте упомянуть об этом в отчете по безопасности. С уважением, Томас Фрэнкс, охрана комплекса Дельта, секретарь. Техподдержка. Ре, значит, снизу вверх будем читать. Так, отправлен на 13.11.2145. Ну, в смысле, это код 2145. Что у вас там творится? Всю неделю были перебои с подачей энергии в области переброски образцов. В таких условиях невозможно работать. Пошлите, пожалуйста, сюда кого-нибудь и проверьте, в чем дело. Заранее спасибо, Джейкоб Стимонс. Уважаемый... А, нет, Света. Я, по-моему, по-другому как-то прочитал. Но неважно, главное, что я исправился, короче. Короче, уважаемый мистер Стимонс, нам уже сообщили о проблемах с электропитанием в вашей зоне. Сейчас мы пытаемся решить сразу несколько проблем с энергоснабжением в комплексе Дельта. Вы нам очень поможете, если проверите предохранители в блоке 4. Может, просто они сгорели? Пожалуйста, отправьте отчет в отдел поддержки, и мы будем к вам... И мы прибудем к вам так скоро, как только сможем. Спасибо за сотрудничество, отдел технической поддержки. Так вот он еще, он проверял просто... А его тут взяли и... Гоп-стоп демонический сделали. Но потом пришел я и отомстил за него. Хотя мог бы и поспеть. Я вот не знаю, кто проходил игру. Вот насчет вот этого момента. Можете написать в комментариях,
тут это по скрипту так получается, что ты не успеваешь? Или это типа у меня руки кривые? Подождите, я хотел перезарядиться. Так, давайте я сначала... Ай! Улетел, хорошо. Да тут совсем темно, я так погляжу, да? Я хочу сначала тут всех поубивать, короче. Так. Вообще, тьма тьмущая. Опа. Ну да, это похоже на дом. Оружие, короче, взял. И все закрылось сразу. Все куда-то опустилось. Заряжайся скорее. Ай. А ты в него можешь попасть или нет? Ты. Столько патронов. Потратить это вообще, блин. Вон, а зато тут другие подружки есть. Так, отстаньте тут от меня. Открывающиеся элементы. Кто? Где? А? Понял. Так, вроде все зачищено. Теперь быстренько бежим обратно. Сейчас будет самый кайф. Самый кайф, ради которого я все это делал. F5, короче, делаем. Вот. И мы сейчас вот за вот этой вот фигней пойдем. Здравствуйте. Прошу, пожалуйста, проезжайте. Ну-ка. А, смотрите, он прям светится нормально. Так можно было бы нормально с ним вот так вот пройти. Он достаточно хорошо освещает. Ну, вокруг себя, по крайней мере. Так, куда-то я зашел. Непонятно. Так, где-то там Дарт Вейдер опять дышит у нас, да? Получается. Сохраняемся, и сейчас мы идем вот сюда. Да? Так, подождите, перезаряд. Чё-то я... А, вот еще один, смотрите. Летит. А, я туда все равно не могу зайти, ладно. Так вот, что-то я тут вообще оружие-то не перезаряжал.
Так, 40 патронов, нормально. Здесь довольно-таки все хорошо. Да, все заряжено. Так, где мой любимый дробовик? О, аптечка, хорошо. Так, ну-ка. 2.13. Ну-ка. Давайте посмотрим. 2.13. Три, семь, один, да? 3.7.1. Так. А, вот оно, что тут происходит. То есть, смотрите, сейчас вот отсюда кто-то, ну, заедет вот эта штука. Ну, наверное, ждать все это дело. Я пока тут это самое... полечусь, сохранюсь, потрошки все проверю еще раз. Да, все у меня тут нормально. Так, ну, где там вот эта штука ездит? Вот, смотрите. Раз, приехал. Вот так вот едет. Фигак, все покраснело, да? И вот он поехал дальше. Прикольно. Так, а тут что-нибудь нажать можно? Чтобы сразу всех демонов убить. Не, жалко. Так, сохраняемся, значит. Ах ты, зараза. Какой вообще он, да? Из темноты выпрыгнул вообще. Накинулся прямо на меня. Кто? А, сзади. Так, вот оттуда там... Вот, заезжает. Выезжает, точнее. Ай-яй-яй! Да нифига себе! Не, ну нафиг. Ну нафиг. Покоцало меня. 4 жизни осталось? Ничего себе. Так, сейчас... Да? Сейчас, смотрите, откуда-то отсюда вылезет, гад. А я уже знаю, что ты тут. Так, хочу. Вот так, чтобы 100% было жизни. Так, хорошо, я близко к этой штуке подходить не буду. Хотя тут могут откуда угодно выскочить. Ага. Ракеты подобрал. Так, вот куда-то дошли мы, значит. Ай! Отлично, давайте F5. Ой, хорошо, сохранился как-то как. Сейчас. Перезарядились. Зачищаем. Все нормально. Опа. Видеодиск.
Ай, не то. Оп. А, я тут был. Слушайте, да, тут же это самое. Типа мы вот в эту дверь уткнулись, в которую я сейчас вошел, а там было написано... найдите другой путь. Да? Короче, давайте сейчас посмотрим, что у нас за видос такой. Так, личные данные. Видеозаписи. Добро пожаловать в сектор анабиозных камер. А, это мы смотрели по телевизору. Все, это значит мы смотреть не будем. Короче, вот на этом я хотел бы закончить данную серию. Давайте вот так вот закончим. Буду смотреть на Кока-Колу и на Спрайт. Вот. Хоть что-то у нас будет такое разноцветное, веселое, да. Короче, сохраняюсь так. Потом сохраняюсь вот так. На единичку. Сохраняюсь. Вот. Короче, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Это была игра Doom 3. Вот. Очень страшная, напряженная такая. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. В прошлой серии, кстати, по Doom 3 совсем забыл это все произнести. Собственно, вот в этот раз я исправился, да? Короче, всем еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.